Че, куда мы идем-то? Идем назад. Я тут все собрал. Не знаю, на чем остановился, на чем прервался. Я взял ключ, патроны, 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 патроны. Вот. Пойдем. Пойдем. Пойдем разберемся. Спасибо. Спасибо, да. Чайок. Мешок. Ничего полезного внутри нет. Ну как так-то? Это же мешок. О, маленький ключ. Ха. Еще? Похоже на корень растения. Сжечь! Так, ну нормально, короче. Пойдем посмотрим на исполнение. Как там Димон? Доехал! Хладнокровный убийца. Так. Места для этого уже нет. Ну и да. Так, сейчас мы узнаем. Димон доехал. С пацанами забрал шкафы. Вот Димон красава, да? Вот обещает приехать в кафе забрать и забирает. Ты посмотри. Прям мужик, да? Чё творит, блядь? Вот красава прям. А-а-а. Прям ровно поставил. Блядь, Димон. М-м-м. Хорошо. Чётко всё. Хорош. Куда я иду? Зачем я иду? Давайте ключ используем. И я вернусь назад. Потому что есть слишком много предметов, которые мне нужно забрать. Покинуть. И он красавчик, да. Вообще прям хорош. Так, нужно место. Много-много места. Заквесть подлиннее будет компания. Я боюсь, я не успею сегодня. Надо пройти. А там еще один ключик или что? Я, блин, не помню реально. Обойма есть. Что? Не была еще обойма целая. Так, значит, ты идешь сюда, ты идешь сюда. Четыре. Сейчас вернусь. Не смей. Сейчас заберем. Здесь сначала заберем, потом тут за углом. Чтобы все собрать, собирательство. А забирать-то зачем? Я же его попросил поставить в угол шкафы. Он и поставил. Молодец. Работу сделал. Тыры-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 ры
чё, блин, все растягивается от того, что у нее инвентарь меньше, чем у Джилл. Приходится больше туда-сюда гонять. Красиво. Ровно. Это будет мой инвентарь для босса. Проверить кое-что нужно. Ключ нужен, окей. Еще. Hello. Oh! Okay. Ничего нужно. Патрон возьми, дебил. Так, значит, сюда возвращаться нам не нужно. Пыли. Ясно, понятно. Мне нужен маленький ключ, мне нужна красная книга. Да и, собственно, все. Остальное можно хилками забить. Нож, нам нужен нож. Да? Кто хочет увидеть бой против растения 42, блядь, на ножах? Плюс в чат. Само собой, я буду с ножом, оно будет без ножа. Было бы странно, если бы растение 42 было бы с ножом. Сука. А, тогда нет? Ну, понятно. Бабин. Бой может быть жестким. Мы можем отъехать. Ну, если вы все еще хотите, конечно. Чтобы я с ножа убил. Срезал, так сказать, сорнячок. Нужно чуть больше хилок. Возможно, 3 хватит. Ну, я возьму полный инвентарь. Бой на кулаках против растений 42. Ну, вот это я бы посмотрел. Ключ стало использовать, да, давай. Лента. Скидочная карта ленты.
Всего 100 рублей каких-то, блять, ты чего у нас? Белая книга. Так это даже не книга, это просто доклад вышел. Как я докладывал ранее, мы нашли некоторые общие особенности в клетках растения, зараженного вирусом тирана. В результате некоторых экспериментов... Алло. Ты чего, блядь? Чё это такое было сейчас? Тебе это мне нахуй не шали тут. Как я докладывал ранее, мы нашли некоторых... В результате некоторых экспериментов нам удалось найти химикат, который очень быстро уничтожает клетки растения. Это УМП номер 16, один из химикатов серии УМП, который мы использовали в своих экспериментах. Мы назвали этот УМП номер 16, ВШОК. По нашим подсчетам нужно менее 5 секунд для уничтожения растений, 42, если поместить ВШОК прямо в корень растения. Должны смешать некоторые химикаты с серией УМП определенным образом, чтобы создать ВШОК. Но УМП химикаты могут выделить газ, который является ядовитым для человека, поэтому следует соблюдать осторожность. Ниже предоставлены химикаты серии УМП и их краткие характеристики. Красный, пурпурный, зеленый, желтый, белый, синий, с резким запахом. УМП 16, коричневый. Окей. Чего у меня? Не хватает одной книги. Умпа, лумпа, умпа, лумпа. Чарли, шоколадное растение, 42. Интересные фильмы ты смотришь. Это хентай? Какой-то. Звучит как хентай. О, Чарли! Сигой! Детский ужастик. Понятно. Я видел, его переделали. Фрагмент от того, как участники выбывали. Типа как пацан в трубе застрял. И т.д. Переделали это все под хоррор. Короче. Там столько кровища было, я ебал. Пацана по трубе так расшатало, что охуеть можно. Итак, чика с ножом против растения 42. Сначала, скорее всего, Ребекка придет. Но это не точно. Сколько мы ее позвали, она теперь будет помогать. Возможно. Ну давай. Давненько. Так. Рррррр! Ты бы ему еще в рот запрыгнул бы. Угу. Там закрыто было.
человека. Нет, это бесполезно. Корень всего этого находится в подвале. Ты можешь... Крис! Ну и доброй ночи, Крис, злой. Возьми с собой эту папку. И по рецепту оттуда приготовь смесь. Уничтожь корень. Ребекка, пожалуйста. Бебека. Бебек, ты ж химик. Не умирай. Да, он не умрет, он сильный. Ну он сильный, не, он это, он съест растение. Ты вернешься, он, короче, будет сидеть там, короче, пухленький такой, кругленький такой, доедать корешок такой. Это долго. Чего это, блядь, такое было сейчас? Так, Синтия Ротрак возвращается. Так, в принципе, я знаю, как это готовится, да? По идее. Слава. Чё ты делаешь? Спасибо, у нас теперь есть ему 4. Я вообще банку хотел взять, ну да ладно. Один это вода. Два на полке. На какой-то. Тут. Умп 2. Умп 30. Так, вспоминаем формулу. 1 плюс 2, 3. 3 плюс 4, 7. А я смотри, как я подготовился, блядь, да? 1 плюс 2. 3. 3 плюс 4, 7. Смотри, я подготовился, блядь. 2 плюс 4. И 6 плюс 7. 2 плюс 4. Шесть. Шесть плюс семь. И что там еще? Шесть плюс семь плюс три. Окей. Шесть плюс семь. 13. И вода, и двойка, да? Я, честно говоря, с ней ни одного фильма не смотрел. Только имя ее знаю. По какой-то причине. И то не помню по какой. И, наверное, как она выглядит примерно, помню. Но что-то ни одного фильма с ней не помню. Это странно. Ну, наверное, я их видел. 13 плюс 3. Ваш шок. Все, готово. Осталось отравить корень. Благо, я тут недалеко.
Еще одна комната, и мы на месте. Ну шо, сучьё? Получай, сука. Чё, мне чё теперь надо? Надо уйти? Давай, Крис. Время драки. Что же такое? Некомфортно стало. Драться с ним придется. Да вроде должно. Ну-ка. Догали. Опа. Блять, леща отхватил нахуй. Да. Изи, изи, пизи просто. Пни ногой его еще. Че, она два раза меня ударила? Иногда бывает хуже. Да че, рандом был неплохой. Ах, не могу поверить в это. Ты шо? В порядке? Я съел растение? Да. Наконец-то мы добрались до этого корня. Я снова спасен. Я просто... Окей. Правда, спасибо. Ты бы сделал для меня то же самое, правда? Это однозначно. Однозначно. Кстати, Крис, это рация Рич... Да. Рация Ричарда? Я получила сигнал от Брэда недавно. Okay. Он все еще летает где-то вокруг. Он, видимо, не слышит нас. Возможно, его рация сломана. Понял. Я возьму ее себе. Мы должны каким-нибудь образом подать сигнал Брэду, что мы здесь. Okay. Я думаю, у меня там получится кое-что приготовить в фармацевтической комнате, которую я недавно обнаружила. О, приготовь мне, короче, этот равиоли, блядь. Я рада, что с тобой все в порядке. Суп грибной умеешь делать? Приготовь мне суп грибной. Люблю суп грибной. А, шутка там была в катсцене, что типа это... Мы избавились от корня проблем. Ну... Дому дороги. В этой комнате есть все необходимые медикаменты. Дому дороги. Я могу обработать твои раны, кроме самой большой. Хочешь? Хочешь? Хотите вылечить свои раны? А я хочу. Да, пожалуйста, сделай что-нибудь, хотя бы на время. Окей. Спасибо, Юкионик. Зарейд. Привет. Как стрим? Ребекка лечит Криса. Большинство лекарств сделано в амбрелле. Что за амбрелла? А? Ты не знаешь? Это крупная фармацевтическая компания, которая находится в Раккун-Сити. А, понятно. Привет, Юки. Привет, Хаул. Столько нет, я не буду делать никаких команд.
Все, прошло время. Прошло время. Ты не знаешь? Ну. Я, кстати, хильнул меня полностью вроде как. Че стримил-то? Ты прошел эту тварь уст? Ну, она меня похиляла, прям хорошо похиляла. Шутите, что ли? Да я не знаю, я просто спросил. Наиграл на 100 часов? О. Без понятия. Вескер! Вескер! Чё с лицом? Крис, ты жив? Я собирался сказать то же самое. Нет, блять, умер. Чисторжон! Нет, жил! Разве она не с тобой? Сика. Мне очень жаль. На нас напало странное чудовище. Я потерял ее из виду, пока мы боролись. Баба-яга? Надеюсь, с ней все будет в порядке. Понятно. Это не твоя вина. Это какой-то сумасшедший дом. Если мы останемся здесь, остались. В конце концов нас всех убьют. Что нам делать, Вескер? Мы должны выполнить это задание. Независимо от того, будем ли мы прорываться к выходу или останемся искать остальных, у нас осталось мало боеприпасов. Мы даже не можем защитить себя. Мы влипли. Крис, в этом доме много запертых комнат. Проверь их еще раз. Здесь должно быть какое-нибудь место, где можно надежно укрыться. Я пойду еще немного посмотрю по дому. Окей. Поехали. Кейт, в этом доме осталось мало патронов. Кто-то своровал все патроны в доме. Стрелять Вескеру нечего. Шва. Ну, кошмар же. Кошмар. Бедная Веска. Патронов в доме вообще не осталось. Чего? Что такое за сволочь? Это хуй патроны собирает. Ума не приложу. Скотина какая-то. Че? Я? Я не брал патроны чужие. Я только свои взял. Ну там лежала-то почка одна. Ну 60 патронов. Я не при делах, короче. Так. Чё за ключ? Да, узнаем, чё за ключ. Ключ-шлем. Ключ большого шлема. Шлема. Да. Короче, это что, Юки, за следующий стрим ты порядешь? Или это все? Или это все брехня? Ахихай. Это Брэд. Я понимаю, что вы не можете мне ответить. Подайте мне какую-нибудь. Это Крис. Брэд, ты слышишь меня? Черт. Всегда нравилось, когда ему Ребекка дает рацию и говорит, она не работает. Она может только принимать сигнал.
Первое, что делает Крис. Алло, ты слышишь нас? Черт, не работает. Как и твоя голова, блять. Там еще босс, что ли, есть? Серьезно? Я думал, там просто как... как пазл игра. Типа Тетриса. Еще и боссы есть, охереть. Так. Че зависло? Чего? Чего? Стрим идет? Чё вы? Мне ничего не падало, ничего не дропало, все нормально. Чё, беда какая-то. Висячок был? Андрюха, у нас труп, возможно, криминал, погоним. У меня ОБС что-то здесь. Надо его это переустановить, может. Я заебусь его настраивать, конечно. Здесь две двери есть. Или три. Три. Три двери. Которая открывается этим крючком. Shoot! Мама! Мама! Не надо! Не надо! Пишусь! Здорово! Ты такой красивый! Ай, сука. Чё там? Да. Первая дверь. Кнопка. Давай. Окей. И у меня нет места для предмета. Ну да ладно. Сейчас вернусь. Я оставил для тебя боеприпасы. Это НЗ на крайний случай, Веска. Ты же говоришь, что у тебя патроны кончились. Ты что, где наворовал-то? Веска, воришка. Пускай восклицательный знак. Воришка.
смысле, в те времена. Он участвовал. Я довольствуюсь этим. Графеном очень даже. Okay. Патронов. 4. Подожди, я только что взял обойму. А, мне показалось. Я думал, 65, думаю, патронов. Серьезно? Нихера себе, думаю, обойму взял. Ну пойдем. Итак, наверху то, что нам нужно в итоге. С другой стороны, то, что нам не обязательно. И мы идем туда, куда не обязательно. Потому что так нужно. Потому что Готэму нужен другой герой. Здоров! Это было странно. Ой! Ой! Твою мать. Как-то не вовремя оно перезаряжаться начало. Чего? Лучше вернуться. Игротека, чего? Да, блять, они там, как обычно. Я не знаю, откуда это слово взялось. Серьезно. У нас никогда такого не использовали слово игротека. Была, короче, палатка, в которую можно было денежку заплатить и поиграть на консоли. Не обязательно PS1. Там и PS2 включали. Dreamcast включали. Чё они там только не включали? Даже Пека, помню, было. Duke Nukem 3D. Ну это точно была не игротека. Да, у нас мажоры, блин. Фатка у них была. У меня, блядь, Дэнди была. И Сега. В каждом регионе свое название. Я очень часто слышал слово игротека. От разных людей. Из разных регионов. У меня такого не было. У меня было так. Пойдем в палатку поиграем. Угу. Блять, полгавана. У нас был чипок. Это трактир, блять. Да. Мы в трактир ходили в свои времена. Вот эта игра очень популярная была в то время. Как она? Балда! И вот это тоже популярное было. Висельник.
Зависали все двором, да. Вот это Горда. Горда — нормальная игра. Все двором играли за бесплатно. Казаки-распутники. Компьютерный зал. У нас были компьютерные клубы, но... Это компьютерные клубы были. Не консольные клубы какие-то. Не. Патронов хватит на всех этих дебилов. Там же их дохерища. Один в проходе, второй в проходе. Блять, их там много реально понизу. А чё я иду-то? Мне на второй этаж надо. Ладно. У меня во дворе старшаки играли. Была стена, кирпич. Один с одной стороны, другой с другой. Кто кому попадет? Я играл в такую игру. У меня, кстати, шрам до сих пор. Здесь. Ну, просто кирпич скользнул. Пизда, труп. Хуэн. Обожаю, блядь, за Криса играть. Просто Крис такой охуенный. У него нету, блядь, нормального оружия, которым этих хантеров убивать. Вот чем, блядь, их убивать? А ничем. И где? В казарме на выходе или что? Постоянное зло. Где? Атака портфелями. Брали кого-то, ставили в угол, закидывали портфелями. Да типа эти дурные, блядь. У ребенка шрам после этого, а ты сидишь как хочешь, блядь. Журмазофи. Кобусалу. Кувату. А? Это Брэд. Я понимаю, что вы не можете мне ответить. Подайте мне какой-нибудь... Это Крис. Брэд. Сойдет за знак в воздух. Черт. Ты слышишь меня? Данич, манеры.
Это бы очень сильно поменяло факт того, что их мацали. Да, не знаю. Что у вас за школы какие-то? Че, блин? Дротики делали, блядь. Кидались им. Ебанулись. Школа, блядь, хулиганов каких-то. Сколько нормально друг в друга дротиками кидаться? Что? В гуманитарной гимназии? В хуйнитарной, блядь. Там все ебанутые. Дротиками они друг в другу, блядь, кидались в лоб. Да я... Ненавижу хантеров. Да ты за... Все еще здоров? Да. Дротисты, да. Какие ваши доказательства? Кокуино. Как-то себя поадекватнее вели. Вряд ли я сегодня пройду. Ну, я пытаюсь. Шалом. Это, вы точно, ты Фрикс, ты точно в гуманитарном учился? Судя по этим рассказам, такое ощущение, что у нас есть эта школа такая для особо одаренных. Скажем так. Для особо одаренных. Вот там примерно такой же хуйней занимались. Только еще клей нюхали. Вот. Книга 1, кстати. Книга была спрятана. Медаль. Рекорд по прогулам. Норм. Точно один в один гимназия наша 12-я, блядь. Туда вообще на уроки не приходит. Английская гимназия СПП. Рассказов Фрикса я не удивлена. Не, я сейчас на самом деле удивлен, какая у меня нормальная школа, оказывается, была. Где, если ты подобную хуйню попытаешься провернуть, училка, блядь, по истории, тебе таких пизды вломит. Ходить потом будешь долго скрюченным. Чувак по коридору бегал. А ему, блядь, пендель дала. Вы когда-нибудь получали пенделя от туфлёй? Такие, знаешь, острые. Прям тунь туда, блядь.
потом это. Как в фильме с Джеки Чаном, блять. У-ху! На меня похож на фото? Но! Учился я где-то после школы, дома. Я работать пошел. Я родился, мне 3 года исполнилось. Я понял, что мамке тяжело, пойду работать. Ой. Окей. Это может нахуй этих пауков? Нет, мы чистим локацию. Да вот я о том и говорю, Азикур. Одни вандюги в чате. Чё? Затыльник от ОБЖшника. Угу. Примерно равносильно. Наша учительница по истории тоже в отставке. Угу. Была. На тот момент, когда я учился. Так что там примерно равносильная херня. Я что сказал, что я не так сказал? Да я тоже газету носил. В классе в 7-м. Один раз, правда. Флашил бандюк в чате. Ну. Не, ну я-то не бандюга. Чё я-то здесь при чём? Да, машну. Вот, наглядный пример, как это нормально работает. Ты не можешь отойти в сторону, пока дробовик не перезарядится. Изи-пизи. Так, ну и чё, как мы это будем делать? Пойдем поверху? Как бы мне того не хотелось. Давай поверху. Чудовище! Сика!
Сука! Поздненько. Я что, блядь, спиной в дверь вошел? Да иди нах! Это же говно нечестное. Ты, блядь, сейчас серьезно? Игра? Ой, блядь, иди нахер, игра. Нахуенно. Сука. Нет. Нет, 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 нет. Пацан чилил под лестницей, я решил ему не мешать. Фу, я живой. Самое время убить Хантера с ножа. Да? Да, чем я буду драться? Серьезно. Ты падал тот зомби. О, сика. Сорок патронов. Сорок. Двое здесь, двое наверху. Трое, четверо наверху. Ебать, как много. Шестеро наверху. Здорово. Нашел время. Все. Здесь все. Один наверху. Там же, кстати, дверь с ключом открывается. Так, всегда обходить слева. Что такое, бобо? Бо! Ну гай. Записочка. Приказ. Секретно. 22 июля 98-го. 2.13. Главе отдела безопасности. Х-день приближается. Выполните следующие приказы в течение недели. Первое. Заманить в лабораторию группу Старс и наблюдать за их борьбой с БОВ. Для сбора данных о боевых качествах БОВ. Bioorganic Weapon. Отобрать два эмбриона БОВ с наилучшими качествами, не считая тирана.
Уничтожить лабораторию Арклай, включая всех ученых и животных, способом, который будет выглядеть как несчастный случай. Umbrella. Название компании Umbrella может перевести как крыша. Конечно же. Ты думал зонтик? Нет. Крыша. Вы и вы. А я? Ну хорошо. И вы. Все? Сад. Глаз. Второй. Ну, его тоже еще, блин, донести нужно. Проблемно будет. Да ладно. Эликсир. Здесь точно один есть. Сука, двое. Дрин. Опасненько. Там за прошлый раз, уроды, блядь. Это вам за прошлый раз. Будете знать, сволочи. Так. Двое наверху, но я даже не знаю, стоит идти тратить патроны на них. А, в жопу. Не. Так. В идеале будет да, с этой стороны пройти. А чё это я их должен отпускать? Нет, блять, подожди. А чё это я... Нет, подожди. Чё я их должен отпускать? Они не уйдут. Я
Или я их уже убил? Нет, я их не убил еще. А. Бра! Давай, бывай, блядь. Все? Отпрыгался? Больше никого? Ну и отлично. Окей. Еще двое. И, возможно, два зомби в конце коридора. Ух ты, блядь. Здорово. Ты как так-то? Еще кто-то? Проблемка. Проблемка. Здорово. Зря. Окей. Resident Battle Dot Evil. In Battle Maniacs. Так, это был последний хантер в доме. Внезапно. Внезапно. Но! Ебаный удав. Ебаный удав. Я твой кролик. Ты побежишь. Так, сохранимся. Что сейчас будет, то еще безумие. Starring Abobo and Birkin. In? Abobo in Birkin. Это какая-то порнуха. Точно хентай, блядь. Это точно хентай. А Боба Инбиркин. Окей. Не знаю, чем все это дерьмо сейчас закончится.